Несмотря на холодный пронизывающий ветер, ярмарку никто не отменял. Сельскохозяйственный рынок в Цибанабалке работает каждый вторник и субботу. Продукция местных производителей пользуется спросом за проверенное качество и приемлемые цены. Скажи, какой процент жирности молоко? 4,3, да? 4. А оно какое? Какое качество? Пастеризованное. Молоко цельное, охлажденное. А цельное охлажденное. Цена 306 рублей за литр. Ну да, в принципе, привет. Глава Анапы ценами интересуется не случайно. Муниципальные сельскохозяйственные рынки для того и созданы, чтобы составлять достойную альтернативу торговым сетям. В первую очередь стоимостью продукции. Она должна быть ниже, чем в магазинах, в среднем на 30%. За это и ценят привозы анапчане. Когда вторник, суббота приезжают, я бываю здесь на рынке. Ну, цены тоже так. Ходишь, приглядываешься, присматриваешься. Дороже или дешевле, чем в торговом? Ну, что-то дешевле, конечно. Стараешься все равно на рынке брать. Перед главами сельских округов Сергей Сергеев ставит задачу развивать и поддерживать сельхозрынки, не допускать дефицита местной продукции и привлекать как можно больше предпринимателей. Добросовестная конкуренция сама создаст комфортные условия и для участников привоза, и для покупателей. В Приморском сельском округе, вот село Цибанабалка, конечно же, это все востребовано. И в данном случае мы здесь сейчас планируем делать рынок, который будет граничить вместе с ярмаркой. И развивать где-то до 100 мест ярмарки будут сельхозпроизводители именно со своей продукцией, где будут цены, соответственно, ихним как бы закупочным. Будут закупочные цены, те, которые от производителя. Осмотрев рынок в Цибанабалке, мэр Анапы приезжает на центральный привоз, что на рынке Восточный. Здесь привычно многолюдно. В выходные дни большинство анапчан устремляются не в магазины, а именно сюда. Новые баннеры, старые, что очень важно сегодня, цены на продукцию и социологический опрос посетителей. Анапчанам предлагают ответить на незамысловатые вопросы, чтобы всем вместе улучшить ярмарку. А что за вопросы, интересуется у волонтеров-социологов Сергей Сергеев. Какой продукции, по вашему мнению, хватает ярмарки? И что, на ваш взгляд, необходимо изменить в работе ярмарки? Как позже покажут результаты опроса, 50% респондентов довольны работой ярмарки. Снизить цены и расширить территорию ярмарки – основные пожелания другой части опрошенных. Постоянное усовершенствование работы ярмарок привоз – задача, которую ставит перед подчиненными глава Анапы. А предела совершенства, как известно, нет. Уже в следующие выходные организаторы обещают представить на суд посетителей единое оформление торговых палаток.